Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Уже дождаться героического века и спокойно покупать. Нет. Кого убили? Пипец, бро. Сто сорок науки. Вау. Слушайте, Фес какой-то прям супер город. Очень мне нравится. Так, теологию открыл. Давайте поставим вот плюс соседство священного места. И, наверное, давайте изоляционизм даже сначала еще. Не так мне тут деньги нужны, как производство с едой. Давайте еще первого посла вот прям сейчас используем. Жалко, нету, знаете кого? Нету ни одной этой ГГшки на веру. Пока так. И надо что-то за один ход открыть. Ну, военную традицию. Дальше. Храм. Блин, кто там метки опять ставит? Греция, как насчет союза? Открытые границы. Греки нужны. У меня союз не скоро. Yes. Кого-то уже там союзы, что ли? Ну или 4 хода. А, Греция по-любому в союзе должна быть. Так, священное место плюс 2. О, плюс 4. Не, ну там. Короче, здесь ставим сугубу, тут будет священное место, а тут кампус. Конго, такой расскажи, план. Сколько со сколько армии ты? Не понял, кого мне тут переместить надо. Валата обращена. Обрался ты. Военную традицию открыли. Я говорю, с какой армией японец пошел воевать? Совершенно случайно. К японцу пошел воевать? Да. Плюс два влияния. У меня было два лучника, 5 этих мечников, потом еще 3 привел мечников. Все мне разорвало. Ну, у него там уже были и кони, и мечники, поэтому... Понятно. Тупанул я. Что подумал, что меньше в масштабах. Короче, все армия. Придется это счивать заново. Блин, давайте, как наверное. Ну ладно. Тупанул, короче. Давайте, наверное, олигархию поставим. И юниты. А чё за хрень? Лёша вообще, по-моему, ему войну не объявлял, да? Ну, Лёша 37 мощи, сам подумай. Объявлял, и мне японец все юниты убил. Ну, как бы вот. Новая, так сказать, появилась на континенте сильная. Сейчас нас... Да там многоходовочка просто, он вас толкнул. Сам развивается. Я столкнул вас, вы чё, совсем? Не, надо же кого-то обвинить. Я их столкнул. Задумайтесь вдвоём. Я не понял, Конго, ты чё, удалял, что ли, юниты? Чё термин?
Юниты удалял? Или тебе реально ничего больше не было? Блин, можно было тебе захват. Что-то я ступил. Австралия, Гонконг. Я скоплю более-менее армию, так что... Не знаю. Ой, тут уже... Тут уже обращено. Так, ну пошли. Да, Вавилон тогда обращать. Мне надо обращать те, где больше жителей, чтобы науку получать. Давайте, может, Магнуса пересадим в Уалату, например. Не, давайте мы пока Рейну прокачивать будем. Тем более, что у меня тут есть соседство. О, плюс 5 золота. Просто у чувака 300 военной мощи, ё-моё. На всякий случай тут стены сделаем. Чтобы... Конг, это японец, надо было дальше давить Конга, уничтожать. Ну да, не могли бы ставить. Я думал, там у него армия большая еще. А посмотрел бы. Смотрел бы. Японец сейчас на меня может напасть. Феодализм. Хотя бы жирный гау. Блин, я не успеваю ходить. Каска город. Так, кто это сказал? Австралиец, то есть ты хочешь типа портить отношения, я так понял, да? Я нет. Ну а чё ты, чё начинается? Не моя война. Тут зачем стоит грек? Улица. Просто зачем это тут стоит? Да, вообще тут прыгает. Кто-нибудь может 15 золотых взаймы дать? Кто говорит? Этот Конго. Эти не встретил. О, отличный. Картин, дашь 15 золотых взаймы? Чё, Перикл, густанёмся по культуре так, чтобы они офигели все? Насколько тебе 15 золотых? Активирован. Ну, пару. Японец дружбу принял. О союзах? Давай, так. Ну... А смысл? Еще два повышения. Нет. Ну давай научный. Этики. Прокачать. Ну, давай. Я почему-то не могу попросить у тебя ничего, какого-то фига. Заключить сделку. А может потому что у меня золото в минус идет. Вообще я так подумал, но нет, мне нет, отлично. Не так. Японец? Не я, не. Ну да, да. Зал... Надеюсь, что да. Трон вождя. Захват вражеского города увеличит производство. Я поселенцев буду покупать. Зал для приемов. Я поселенцев буду покупать за веру и деньги, когда в героический век выйду. Так, здесь храм. Здесь рынок покупаем. Посела может... Ой, не посела, рабочего. Гонконг побежден. Шелк. Ну, шелк из-за вулкана. Вообще. Вообще, конечно, надо бы еще рабочих. Но, может, дождусь уже героического века и просто их куплю.
В Австралии, конечно, совсем не новый мир, какая-то территория. Никак не могу посела провести. Давненько я в 4 города так долго не играл. Так, тут у нас грек. Так, тут мне нужен... Нужен прям строитель. Значит... Австралиец, я, японец, там где-то вот ниже, я так понимаю, Конго. Австралиец занять. Ты четверо. Ты вармонгер, ты не занимал. Бля. Ну. Как вот они туда пойти. Ненавижу. Не самый лучший. Конечно, под защитой лучника вести. Не самая лучшая идея. Надо ли мне так быстро мандекалу? Наверное, нет. Древние стены. Я ж вроде строил где-то древние стены. О, один ход еще. Ладно. Так, тогда оставим. Давайте на судостроение тогда эту науку потратим. Сейчас просто получу 140 науки. По-моему, зашибись. Два торговых пути разграбили. Ну, блин, ну как? Вот такая... То есть просто вот уверен, что сюда никто не попал. Нет, каким-то образом пролезли и... Ну, просто трындец. Блин, думал, что буду играть с Лёшей. Я думал, будет больше Лёши, чем просто капец. Там молчит постоянно. Еще не время. Постоянно смотрю его, интересно было, а он молчит вообще, капец. Он тебя испугался. Сейчас еще этот разграбит мне торговый путь, да? Охренеть просто, просто охренеть. Ну, разграбил. А, ну как тут можно играть, ну? Да, мало... Я не спорю, что у меня мало этих юнитов. Я с этим полностью согласен. Но вот тут я еще, ладно, понимаю. Ну, блин, они пролезли в центр империи. Вот как можно так сделать, что они то пролезают в центр империи? Ненавижу, когда компьютер просто действует, зная, где какие слабые места, и туда лезет. Хотя он не видит ничего. Ну, я не могу дальше идти из-за мечника здесь. Так, лучник, лучник. А во что, мандекал у меня откуда апаются? А, ниоткуда они не апаются. Нет, апаются, значит, из... коляски. У меня карточка на стоит на антикавалерийские юниты. Может, что-нибудь откроем, не феодализм. Блин, три хода.
Долбанные варвары. В захваченных ГГшках нельзя третий радиус купать. Ну, то есть, тут два города я просто куплю поселенцев, пойду поставлю города. Но медленно, медленно. Честно говоря, может, кстати, и здесь тоже еще поставить город, я подумаю. Кстати, проатаковать этими двумя и захватить путь. Что ж, какая-то хрень тут у меня. Бегу, видимо, туда на помощь. Я не знаю. Это там свою фуколку. А что, нету храма еще до сих пор? Нет, давайте лучше торговцы. Грюк, встречное предложение. Что столько похерено торговцев на ровном месте? А потом в очередь. Капиталист. И проблема отсутствия городов-государств. Этих. На веру. Они, конечно, наверное, есть, но их найти не могу. А вот и Конго. Кстати. О, неужели? Я его встретил. Пока никуда не отправляю. Пока копим. Потом мне еще Мокшу надо будет прокачивать. А Мокшу куда? Он на священный город только или на любой город действует? А, на любой. Ну вот, видите, как больно мечник бьет. Если бы на самом деле проатаковал еще и... этот скаут, то город был бы поселенец был бы захвачен. Так, здесь в очередь ставим священное место. Открытые границы надо. Конго, предложение. Так, какую я тут клетку хочу еще? Может, никакую, просто исследовать этим юнитом. Я вот не знаю, с кем союз заключать. По-хорошему. Франция, продлим? Разумеется. Сколько секунд, подожди. Я сейчас, кстати, открою мандекалу своих.
Подождите, давайте отложим. Смотри, мне, кстати, хотя бы парочку этих построить. А что у тебя, католицизм? Да. Ну давай, вроде как не очень воинственные. Я тебе вообще скажу, нам пацифистическое, если так можно выразиться. Храмы и святилища столько же культуры, сколько и веры. Позже за... Наверное, не убьет. Или убьет? Убьет? Отлично. Чешь мир со мной или нет? Ты с кем? Су. Походу нет. Так, а покупать за веру это у нас правительственные площади, ну, юниты. Правительственные площади надо строить. Или подойти. Давайте подойдем. Ё-моё, это... Подожди. Австралия это... Сейчас золотой век или тёмный? Тёмный. Золотой через... Плюс 70. Плюс представь, сколько у тебя сейчас науки будет вход. Кстати, откуда в Австралии? А, у него ж на престиже это всё. Да. Я только сейчас на первом месте. Тебе там вообще никто не мешает? У тех, у кого я не нашел, тоже должно быть хорошо. Они наравне. Не вижу претензий никаких. Не, ну подожди. Бары, вообще меньше, больше всего науки у Перикла. 85, я не знаю, что ты к Австралии. У Перикла? А сколько Австралии? В Австралии 76. У меня 73. Нормально. Перикла, сказка, песня. Блядь. Просто нет слов. Героический. Так, первый посол нет, соседство поселенца нам не надо, создание строителя не надо, торговых путей поставим, ну может юниты кавалерии пока еще. Понга, декларацию дружбы будешь понять? Попробуем. 52-32, а у людей? Ну следующим ходом надо посмотреть. Это прошло с того момента, как мы с тобой воевали. Так, покупаем вселенца. Буду все в няне, потому что здесь я не теряю. 200 мне надо. Тут строителя возьмем. Может на золото. Перт проложим. Что, господа, за что голосуем? Давайте мы... центр города производства. За театралочки.
Не, точно не за театр. Давайте за промку. Промка, хорошо. Давайте наоборот проголосуем, что в театралках нельзя район... Давайте это... Нельзя здание нет, строить. Нет, не нравится. Давайте Алексей, мне нравится предложение, поддерживаю. Да, я голосую, что я в театралке нельзя строить здание. Перикл, голосуй за плюс 100 к производству в промышленной зоне. Все, прям вливай туда. Я тоже предлагаю вам еще подумать, влить... Кажется, уже греки все построили. Влейте против сюзеренства научных ГГшек, потому что у Алексея фес, и у него религия. И он сейчас может по науке улететь еще. Задумайтесь. В смысле фес и религия? Ну, ты обращаешься. А сколько, посмотри, сколько у меня науки вход. Ну, то. Ты не так сильно отстаешь, а фес это очень штука. Давайте попробуем за научных. То есть фес мне будет больше давать. Так я не сильно отстаю. Я сильно отстаю. У меня 4 города вообще. Ну давайте, конечно, против Алексея проголосуем. Больше тут нету. Я же лидер в игре, да? Твоих городов я не вижу. Сколько их? Ну сейчас вот стопудово против научных проголосуют. Вот прям. Потому что Алексей. Да, не дают уникальный бонус своему сюзерену. Зашибись. Вавилон есть. Блин, видел бы я его ход раньше. Короче, австралиец против меня играет конкретно просто вот. А что там другое приняли? Ну, здорово. То есть проголосовать против научных городов зашибись, а вот чтобы два грека не получали бонус, никого не волнует. Так, кто тут проголосовал, значит? Австралия, Япония, понятно все. Горго, Конго. Понятно. Мне нужно промышленные... Так, пошли госслужба, потом гильдии. Грек, а ты в меня караваны пускаешь? Конечно. Все, вижу. Я, наверное, с японцем заключу союз. Что, ни Австралия, ни Конго мне не нравятся. Решите, как себя ведут. Успел, не успел. Так, ну я могу тут районы покупать. Сейчас посмотрим, сколько стоит район. Теперь смотрим, сколько там науки у людей. 96. Ну, не то чтобы много прям было. Японец, союз с тобой заключим. Давай. Ты там что там замышляешь, Ралли? Ты решил на меня напасть? Я все и... Нет. Чё молчишь? Кто молчит? Австралия. Ну, он, наверное, хочет, чтобы ты на него напал в испуге и получить плюс 100% производства. Там то ли баг, то ли это так специально сделано, но если самим объявить войну австралийцу, точнее, австралийцы объявляют войну, то получает тоже бонус. Вчера тестировал, получил.
Нет, там не баг в том, что если союзник есть того, кому ты объявляешь войну. Потому что союзник объявляет войну Австралии тогда. Понимаешь? Ах, вот оно в чем. Поэтому было. Австралию и банят в играх. Начинается блиц, его ничего не успеваешь. Блин, я ни хрена не успеваю походить. Ну, значит, план такой. Кстати, ничего страшного, что они нам забанили фес. Мы сейчас просто веру будем на рабочих и поселенцев тратить. А потом, когда придет время, ну, это же закончится, это же не навсегда, вы понимаете. Мы начнем покупать миссионеров, и там города будут с большим населением, и я буду больше науки получать тогда. Так, проверка возможности покупки. Нет, не прокачал Рейну. $165 всего. Слушайте, это вообще выгодные вложения тогда получается. Блять, это 140. Ой, а Петру... А нафига мне тут Петра? Нет, Петра нафиг не нужна, честно говоря. А Падану лучше построю. И театралочка тут нормально тогда влезет. Давайте подумаем, мне где-нибудь еще надо построить город. Ну, я могу еще здесь поставить. Тут уже никуда не влазит. Ну, в принципе, может, сюда, в сторону Грека, почему бы не поставить города, раз у меня есть возможность. Так, универ. Сколько стоит универ? 400. Слушайте, а сколько, кто-нибудь в универы вышел? Да. Да, почти все. Вы можете глянуть, сколько у вас за деньги стоит покупка универа где-нибудь? Просто интересно сравнить. Скорее всего, 500. 500, да. Стандартность. Да, 500. У меня 400. То есть это скидка на сколько? На 20%, все правильно. Ну, давайте универ и фес вот так сделаем. Защитник веры и крестовый поход разрешены же, да? Да. Что ты спрашиваешь? Японец? Сразу замолчал. Так, надо тут обработать. Давайте, наверное, Рейну с Магнусом поменяем местами. Ну,
Надо автоматизировать моих скаутов. Оставшихся. Японец, предложение. Так, и мне надо исследовать японца. Что-нибудь сменим тут? Ну, кавалерию можно уже убрать. Минус 7 от юнитов. А, содержание юнитов. Священное место оставлю. Вот бонус кампуса. Или строители плюс 2. Строители плюс 2. Не, Лян не сидит нигде, поэтому... Храм Махабодхи. Это хорошая штука. Кстати. Ждем Магнуса прибытия. И что-то надо построить пока. Давайте еще даже строителя построю. Почему нет? Так, тут мы исследованиями занимаемся. Лучник стоит. Посело. Сюда. Нафига мне военную тактику? Я же, по-моему, прибыл на место, да. Город. Момент. Дипломатическая служба. Тут Мокшу. Теперь прокачиваем. Куда мы его? Ну, у Алата. У Алата. Мы теперь прокачиваем покупку районов за веру. Так, не используем. Ждем прибытия Магнуса. Бонус соседства центра коммерции. Ну да, надо это поставить. Да и сосед... Ну, у меня, правда, кампус только один. А вот центр коммерции надо. Ну, 94 сразу. Сравниваем. 149, 106. Ну да. Алексей, предложение. Ну, почему нет? Почему нет? Короче, в самолеты валим. Чудо античности. Две гавани. Это нет. Вот лесопилку надо сделать. Хоть где-нибудь. Блин, и... Вот, ребята, что я делаю не так? У чувака 149 науки вход, у меня 30 получается. Я вообще не понимаю. Это у кого 30? Какой? Как насчет кампуса поставить? Пойду ешь на первых, а там.
Рет, это у кого 30 науки? У Конга. Ну, много воевал. Ну да, довоевался. Да. Давайте вот тут сделаем лесопилку. Да, в сугубе еще дешевле покупать. Ну, если сугубо построено в городе. Надо не забывать об этом. Так, пожалуй, стоит прокачать его вавилончик, потому что у меня есть универы. Так, а в этом городе два хода до Рейны. У меня есть место с кампусом. Плюс 5 будет. Я сейчас куплю кампус в Ньяне. Мастерская. Юнит готов к повышению тяжелой колесницы. Давайте барда дадим, что помощи. 358. Более-менее. Так. Сколько еще ходов? 23. Я еще могу свой уникальный юнит сделать. Ападана. Ападана дает послов, если я в этом городе строю еще чудеса. Я вообще сейчас засомневался, честно говоря. Да, два посла после постройки чуда. В том числе и Ападана, и потом, собственно, они еще дают. Это хорошее чудо. Так. Мечеть купим. Амбар построен. Здесь один ход ждем. Лесопилка. Просто вот это я не могу ничего ускорить. Лесопилку ускорил. Три мастерских. Открыть институт просвещения. И чудо промышленной эры. Где у нас просвещение? Дипломатическая служба. Освещение, потом торговая республика. Вот так сделаем. Так, надо города японца исследовать. Ждем. Стоим. Слонятина. Пока никуда не отправляем. Да, и тут один ход ждем. Все. Вообще можно еще тут города поставить. Так, все. Прибыл. Магнус. Храм Минакши я хочу строить вот здесь. Нет, подождите. Не Минакши, Махабодхи. Да, Махабодхи. Вот здесь, правильно. Значит, вырубаем. Блин! Он прямо на лесе должен строиться. Ай, я дебил. Ну, придется библиотеку построить. Блин, двух апостолов, боже, Лёша.
Лёша, Лёша. И высадить дерево сейчас я не могу, да? Это открывается только... Хрен знает, где это. Во. Нет, стоп. Посадка деревьев. Да. Боже, какой фейл. Какой фейл. Что еще тут по чудесам осталось у меня? Чеченица. Ну, я хочу вырубить вулканы, тут все. Ну перестаньте уже, третий раз подряд. Не знаю, нафига мне храм Минакши. Так, ну промышленную зону теперь здесь можно где-то будет поставить. Вопрос, где? Где у нас тут холмов? Тут вообще не пишет какого-либо бонуса. Я бы, наверное, тут поставил, а здесь в будущем театралочку. Не, подождите, вот холм, да, вот холм и вот холм. Тогда вот сюда надо ставить промышленную зону. Здесь. Да, как я так с храмом Махабодхи лажанул просто... Я забыл совершенно, что он на лесе ставится. Просто вот забыл и все. Ой, блин. Так, здесь вот надо суккубу будет делать. Здесь будущая гавань, возможно. Амбар завершен. Растем. Дамбу. Ну, кстати... А могу я ее купить? О, могу. Отлично. Водяная мельница нафиг тут нужна. Какого хрена я забыл про кампус? Блин, Лёша. Лена, какой союз хочешь? Теперь до 13 жителей. Советский, да наш хрен вырастет. Блин. Ну это чуть позже, а сейчас? А сейчас, какой можешь предложить? Еще один фейл. Просто трындец. Ну ты смотреть вел культуру Греции. Я был уверен, что я там уже поставил кампус. Вот в чем дело. Я предлагаю культурный. Давай, культурный. На следующий ход уже. Просто нет слов, как говорится. Где города на веру? Кинул предложение, ага. Да, я видел. Фейл за фейлом вот сейчас идет у меня. Фейл за фейлом. Так, здесь у нас сугубо. Очередь.
Эти гавани не открыты. Ну, ладно. Пока я не буду открывать. Блин. Зато дамбу поставлю. А нафига дамбе количество жителей? Нет, тут, наверное, не отдам. Нет, слушайте, это не... Дамба не влияет же на количество жителей. Да, зато жилье дает. О! Может, мы еще вырастем. Кстати, до 13. Вполне. Вполне. Так, ладно. Раньше времени. Кассу. Ну, давайте, кстати. Касса тоже неплохая штука. Подает 3 повышения губернаторам, тем более, что и все ваши города с губернаторами на чужих континентах. То есть у меня у Гао получит бонус, если я кассу де контрасенсион построю. Давайте. Попробуем, во всяком случае. Конго, заключим союз? Конго, братишка. Общаться. Что случилось? Пойдем союз заключим. Какое предложение? Шахту, тут шахту еще вырубить. И здесь вырубить. Так, мокшу прокачиваем. На клетках города все юниты губернатора полностью застреляются за один ход. Вот эту можно взять. Что там по науке? 200. Паводок предотвращен, но повышена урожайность одной клетки при этом. Ну, дамба, в общем-то, вовремя встала, да? Религию не принесешь. Так, теперь промышленную зону ставим. Ну, тут плюс 3 будет, нормально. Народ, а после этого хода дойду на 5-10 минут, можешь на паузу поставить? На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!